Власти Курской автономии в Ираке обратились за дополнительной военной поддержкой к странам международной коалиции по борьбе с радикальной группировкой «Исламское государство». По словам министра, по делам военизированных формирований Пешмерга, силовики больше всего нуждаются в противотанковых орудиях. Отмечу, с прошлой осени в рамках борьбы с террористами США передали Ираку военной техники стоимостью более 18 миллионов долларов.